Всем привет! Сегодня я хочу почистить золото. Я, если признаться честно, никогда этого не делала, поэтому на нем скопилось много всякой пыли, грязи. Вот, я буду чистить вот такие сережечки. И мои колечки, которые я ношу. Вот. Значит, на дно миски. Вон Маша уже прибежала. Так, не трогать. Почему? Я сейчас буду их чистить, чтобы они блестели. Красота была, чтобы. Как я буду чистить? На дно миски мы кладем фольгу. Затем наливаем кипяток. Кладем 1 столовую ложку соли и 1 столовую ложку соды. Итак, Трофим насыпает 1 столовую ложку соли. А я 1 столовую ложку соли. Так. А Лёша 1 столовую ложку соды. И чего? Сейчас пойдет процесс. Надеюсь, мое золото не исчезнет. Сейчас взорвется. Это можно? Нет, пить это нельзя. Я сейчас так помешаю. Метод экспериментальный. Никогда этого не делала, поэтому не знаю, что получится. Надеюсь, мое золото не растворится. Ёлочка! Ёлочка, ёлочка. Сейчас вот оставим на 10 минут, а потом все сольем и потом. Вот, золото полежало 10 минут в воде, вернее, в растворе. Я результатом очень довольна этим способом. Я думаю, я буду его применять всегда. Посмотрите, как сережечки блестят. Они были потускневшие. Сейчас он как блестят. Вся бяка, которая была внутри, вот здесь, вот где дырочки, вычистилась. Вот. Колечки тоже блестят. Ох, наверное, видно, но камера, по крайней мере, так не передает, как на самом деле. Блестят, он, видите, переливается прям. То есть мне очень понравился этот способ. Я почищу все остальные свои украшения тоже им. И буду теперь всегда им пользоваться. Видите, как блестит красиво. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока!